Католическое Рождество – великий праздник, пожалуй, самый известный и распространенный религиозный праздник в мире. Ежегодно его празднуют в 145 странах. Именно от этой даты Рождества Христова ведется современное летоисчисление с подавляющим в большинстве стран. Символ Рождества – рождественский верпел и венок, сплетенный из еловых ветвей и украшенный лентами. Наследием языческих верований, сжившихся с христианством, является и непременная рождественская елка. Разнообразен праздничный рождественский стол, поскольку традиционные рождественские блюда в каждой стране свои. В Великобритании это запеченная в духовке индейка с соусом из крыжовника и рождественский пудинг, который поливают ромом, поджигают и в таком виде подают на стол. В Америке ту же рождественскую индейку подают на стол в клюквенном соусе. В Германии традиционное рождественское блюдо – это кондитерские изделия, пряники, кексы или коричневые звездочки. В Италии и Испании – морепродукты, в Норвегии – рыба, а в Португалии – сушеная соленая треска, которую принято запивать портвейном. Непременным общим атрибутами рождественского стола у католиков и протестантов являются венки и блюда с обладками, священным пресным хлебом, которые собравшихся делятся друг с другом, желая мира и добра. И, конечно, Рождество – это непременные подарки. Редакция международных новостей присоединяется ко всем поздравлениям и желает вам счастливого Рождества.